Ребята, всем привет! Это ролик-анонс, в котором я вкратце расскажу, что будет выходить на канале в следующем году. Не только на YouTube-канале, но и будет выходить и в Телеграме, на Яндекс.Дзене, в ВКонтакте и на Рутубе. Все ссылки на наши ролики и на наши площадки я оставлю под этим видео в описании. Переходите и подписывайтесь, чтобы не потеряться. После всех новогодних праздников, ориентировочно это будет где-то во второй половине января, я начну выпускать новые ролики на тему фальцевых узлов. То есть, что это значит? Это значит, что один и тот же узел можно сделать по-разному, на разные технологии. То есть, можно в русской, шведской или скандинавской, или немецкой технологии двойного фальца это все сделать. Мы это все будем, каждый узел, которая встречается на кровле, рассматривать и делать, и показывать вам. И вы вместе с нами будете учиться или применять эти узлы уже на кровле. Также мы очень серьезно коснемся систем кровли. То есть, что это значит? Система – это, ну, допустим, кровельный пирог у мансардных крыш, да? Или это холодный чердак. Как в этих моментах делать правильно, не допустить ошибок на кровле? Опять же скажу, что мы очень часто встречаемся на своих объектах с этими ошибками. Поэтому мы их тоже будем основательно рассматривать, показывать и показывать, как сделать правильно. Ребята, ну и поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, Рождеством. Желаю вам всего самого наилучшего. Главное – здоровье, а остальное все приложится. Подписывайтесь на все наши каналы, чтобы ничего не пропустить, чтобы не потеряться. Вот поэтому такое время живем, что могут что-то заблокировать. Поэтому все ссылки будут в описании. Переходите, подписывайтесь и будем на связи. До скорой встречи. Всем пока.